Ожидается до минус 3 градусов. Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение действительно по всей стране с 6 по 11 октября включительно. В утренние часы температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до минус 1 градуса. На поверхности почвы обещают до 3 градусов мороза. Аграриев предупреждают о необходимости принять меры для защиты культур, особенно чувствительных к низким температурам. В то же время днем обещают от 14 до 17 градусов тепла. В выходные немного похолодает.